Пандемия коронавируса уносит жизни врачей. Каждый день они, рискуя заболеть, исполняют свой долг. Больничные сети задействованы максимально. Огромная нагрузка на врачах скорой помощи. Не хватает машин. В преддверии 9 мая Воскресенская скорая помощь получила дополнительную единицу техники. Накануне великого праздника мы преподносим нашим врачам подарки, врачам скорой помощи, которые находятся на переднем крае. Это, конечно же, машина, вот это новый современный автомобиль, который выделен Воскресенской скорой помощи по решению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева и по поручению главы нашего округа Артура Ильича Болотникова. Мы передаем врачам наборы продуктов, а также наборы, предоставленные семьей известных фигуристов Плющенко и Яны Рудковской. В Подмосковье введенные ранее ограничения продлены до 31 мая. Борьба с пандемией продолжается.